Друзья, всем огромный привет. Я надеюсь, что вы соскучились по этой игре, потому что мы в нее давненько с вами не играли. Если вы не знаете, что это за игра, то это Jurassic World Evolution, естественно. Соответственно, в игре вышло большое обновление 1.8, которое добавило сюда новый контент, там новые фишки по изменению ландшафта, теперь есть болотистое место, которое любят спинозавриды. Соответственно, они также теперь любят кормушки с рыбой, и появилась платная DLC «Заповедник Клэр». То есть я вот именно это хочу сейчас посмотреть. Это у нас с вами есть в компании «Заповедник Клэр». Так что давайте именно в него поиграем, посмотрим, что он из себя представляет. Я думаю, сюда будут включены все остальные дополнения, DLC, которые я пропустил, потому что выходили дополнительные как раз хищники, новые фишки выходили, но не было смысла записывать прям буквально по каждому выпуску, поэтому я решил подождать подольше, когда выйдет какой-то большой DLC, и записать все сразу. Я возвращаюсь на Исла Нублар с чувством волнения и страха. Здесь я добилась величайших в моей жизни достижений и потерпела самые серьезные неудачи. Но с тех пор я узнала много нового о динозаврах, об этом острове и о себе. Что ж, с возвращением. В этот раз мы справимся лучше, а если уйдем, то только на наших условиях. Итак, я так понимаю, что у нас с вами изначально очень мало денег. Ваше задание – спасите и перевезите динозавров. Добро пожаловать в мир юрского периода, в то, что от него осталось. В этот раз от вас требуется не строительство парка, а спасение динозавров. Извержение вулкана Сиба представляет более чем серьезную угрозу, поэтому ваша первостепенная задача в кратчайшие сроки перевести динозавров в заповедник. Но сначала вы должны убедиться, что они переживут такую поездку. По всей видимости, все животные на острове заразились какой-то неизвестной болезнью. Найдите ее источник, создайте лекарство и спасите динозавров. Весь мир с замиранием сердца следит за каждым вашим шагом. Ну что, приступим. Доступен режим съемки, новые возможности навсегда сохранить любимые моменты. Окей. Новое сообщение, давай посмотрим, что нам скажут. Мы оба знаем, зачем мы здесь. Пришло время спасти этих существ. Но чтобы все получилось, мы должны действовать сообща. Давайте начнем. Да легко. Постройте станцию рейнджеров, управляя командой рейнджеров, восстановить энергосистему и восстановить работу электростанции. Обеспечьте стабильное электропитание станции рейнджеров. Понятно, хорошо. То есть итак, у нас с вами нет электроэнергии. Для этой операции у нас выделены ограниченные средства. Да я вижу. Нужно восстановить электроснабжение. Уже существующей на острове энергосети должно хватить, но возможности расширить ее не будет. Не обращайте на меня внимания, мисс Диринг. Я здесь, чтобы наблюдать и докладывать. Ах да, убедитесь, что средства, даже ограниченные, не используются не по назначению. А еще иногда я могу делать фирменные остроумные замечания и обаятельно улыбаться. Жесть, как я давно не играл в эту игру. Я аж прям даже соскучился. Надеюсь, что вы тоже. Интересно, а ведь скорее всего будет еще какое-нибудь извержение во время кампании, но просто по-любому будет. Они не могут этой стороной пройти. Так, у нас с вами, естественно, станция рейнджеров строится. Я сейчас не понял. Большая подстанция. А где у нас? Где-то там наверху. Вы что, издеваетесь, что ли? Или нет, просто сюда уходит. Нет, секунду. Действительно, электросеть идет сюда, сюда, сюда. Они реально издеваются. Они электростанцию поставили вот здесь, ты представляешь? Блин, это жестоко. Так, ладно, тогда нам с вами нужно в первую очередь, как они... Это было землетрясение. Возвращение на этот остров вызывает столько воспоминаний. И не только плохих, между прочим. На Исла Нублар мы проделали колоссальную работу. Так, секундочку. Саймон Мазрани. Он был хороший человек. Он понимал замысел Джона Хэммонда. Его мечту. Правда, мечта стала явью и обернулась кошмаром. Как ни странно, я будто возвращаюсь домой. Когда-то, будто бы в другой жизни, я была всего лишь стажером. Мы дали динозаврам второй шанс, а теперь его получаю я, несмотря на охвативший Исла Нублар хаос. Окей, я так понимаю, что это специально был разговор такой длинный, чтобы мы могли доехать. Но я думал... Блин, это действительно толчки, ты представляешь? Класс! Они даже это здесь сделали? Я говорила, что никогда сюда не вернусь. Но в глубине души знала, что это неправда. Я навечно связана с этим островом и с событиями, которые показали нам,
кто здесь на самом деле главный. Но на этот раз мы все сделаем правильно. Или хотя бы лучше, чем в прошлый раз. Ну ладно, мне это уже начинает нравиться на самом деле. Нам дают покататься, у нас с вами какие-то обоснованные задания. Там постоянно грохочет вулкан. Я уверен, будет извержение. Нам, скорее всего, нужно будет спасать динозавров отсюда или как-то прятать их. Но я здесь не ради себя, а ради них. Динозавров. Я по-прежнему несу за них ответственность. А теперь и вы. Вместе мы сможем показать миру, насколько важны эти доисторические существа для нашего будущего. Блин! Посмотри, он называется на диплодока. Ладно, погнали вперед. Возможно, что ее диалог как-то привязан к точкам, где я еду. Ладно, потом полечим, подожди. На обратном пути все это будем делать. Скорее всего, нам это именно и скажут, то есть полечить их всех. Новая раскраска транспорта. Я ж уже разблокировал это когда-то. Вот сейчас было бы обидно разбиться здесь. Давай, ремонт. Ну что? Я так понимаю, что у меня все-таки где-то две построечки не отремонтированы. Я что-то вначале, скорее всего, пропустил. А может быть и нет. Это никак не относится к нему, нет? Нет, вроде нет, здесь ничего нельзя сделать. Секундочку. Я все-таки хочу попытаться полечить немножко животных, потому что что-то мне совсем не нравится. Отлично. Вы восстановили электроснабжение. Теперь нужно заняться постройками. Так, кофемашина заработала? Понятно. Наконец-то. Столько времени без кофеина я не проводил с 1993 года. Понятно, сейчас пока что мы с вами не можем их вылечить. Нам нужно построить инфраструктуру, то есть центр ОСА. ОСА, ну я ОСА всегда называю, мне кажется, так и задумывалось. И исследовательский центр. Соответственно, нам с вами исследовательский центр нужен для того, чтобы можно вылечить было динозавров. Потому что сейчас мы ничего с вами этого сделать не можем. Так что давайте быстренько это делать. Исследовательский центр пойдет куда-то вот сюда. Окей. А вот ОСУ можно построить чуть-чуть подальше. То есть мы сейчас с тобой... Секунду. Блин, да что ж тебя так трясет-то, а? Так, построим быстренько вот сюда дорожку. Что-то как-то фигово настроится теперь. Ну-ка, секундочку, хорошо, отменить. А я хотел дальше разрушить вот этот вот кусочек, небольшой аппендикс. И вот сюда мы с тобой поставим как раз центр ОСА. И теперь исследование. Нам с вами нужно выучить, я так понимаю, лекарство. А уже вирус простуды, инъекционное лекарство... Секундочку, я так думаю, что сейчас задание появится, и машина, по идее, должна сама сейчас вернуться, но она прям очень далеко. У нас почему-то постоянно потихонечку прибавляются деньги. Теперь самое важное. Динозавры. Наша главная задача – их состояние, а значит, необходимо найти причину болезни. Моя команда отследила несколько особей и хочет взглянуть на них поближе. Вам нужно найти этих динозавров? Поймать их и убедиться, что они размещены в подходящих загонах. Мы хотим, чтобы им было удобно. Блин. Кстати, об удобствах. Может кто-нибудь найти мне стул получше? У меня уже радикулит разыгрался. Слушай, я, честно говоря, хочу другое сделать. Я хочу на самом деле вылечить их. Я знаю, вы сейчас сфотографируйте. Заняты, но хорошо. Менее важные дела тоже требуют внимания. Где машина? Нам вот. Нам нужно сфотографировать всех динозавров на острове. Так будет меньше работы в заповеднике. Я так понимаю, стоп. Их либо сфотографировать идите, нужно, либо... Проветритесь и сделайте для нас пару снимков. А я потом буду критиковать их за плохую композицию. Галимим, Сигмалох, да, знаю, их нужно... Что это значит. Понятно. Сфотографируйте всех динозавров. 0 из 12. А, всех. Хорошо. Сделать фото. Окей. Отправить. 1 из 12. Подожди. Следующий, я все-таки хотел бы их полечить. Я теперь могу полечить их, нет? Лекарство не исследовано, вот зараза. Ладно, фотографировать и лечить мы их с вами будем чуть-чуть побазнее. Давайте пока что брать под контроль ОСУ. И полетели ловить динозавров. Потому что с этим на самом деле проблема. Потому что, скорее всего, их нужно не просто поймать, а поймать и вылечить. Ну-ка, или может быть выследовать как раз то заболевание, которым они болеют. Вылечить я все равно их не могу. Давай, засыпай. Все, шикарно, уснул. Так, теперь. Т. Служба перевозок. Тебя перевести нужно вот сюда. Договорились. Я, правда, не помню, а... Может ли он жить вообще один?
Ну ладно, сейчас проверим. Потому что я уже не помню, кому сколько нужно рядом динозавров, какая компания у них требуется. Ну-ка, спать. Хорошо. Давай, служба перевозок. Сюда. Быстро скидываем с тобой это дело сюда. Слушай, это прикольно. Молодцы, они прям действительно добавили сюда хорошие как раз задания, которые, в принципе, интересно выполнять. Да стой ты, господи, психопат. И спать сразу. Я, правда, не знаю, получится ли с одного. Да, этот засыпает, хорошо. И вот того еще нужно. Ну-ка, как-нибудь вот так вот. Почти. Он очень далеко на самом деле. Давай, давай поближе. Мимо. Естественно, качает, шатает. Очень сложно попадать. Есть, хорошо, есть попадание. Все. Отпускаем тебя. А стигемолоха просто не довезли, что ли, еще? Я просто не понимаю. Скорее всего, да. Скорее всего, он там в полете. Стигемолох улетел сюда. Пока их везут, я думаю, мы с вами успеем сейчас еще парочку сфоткать. Блин, мне это всегда очень нравилось. Вон стегозаврики бегают. Ну-ка. Шикарно. Один пьет, ищет воду. Шикарно, шикарно. Чешем дальше. 5 из 12. Но, в принципе, даже отмечено, что нужно фотографировать и где они находятся. И вот здесь вот, я так понимаю, летит надо мной еще один, которого нужно сфоткать. Ну и там мы с вами дальше его тоже найдем. Отлично. Динозавры пойманы. Настало время досконально изучить эту болезнь. Разместите смотровую вышку с видом на загон, чтобы ученые могли внимательно проследить, что динозавры делают. Давай быстренько это сделаем. И потом вернемся сюда. Но кто же знал, что здесь будет такая засада с электроэнергией? Ладно, плевать. Давай, вот так вот. Дальше пошли с тобой вот сюда. Есть. Закрепили. Отсюда вот сюда. О, приехали обратно. Ну-то посмотри, а. Так, здесь у нас все сфотографированы. Знаешь, мы что с тобой сделаем? Сразу их отправим куда-нибудь вот сюда, пускай автоматически едут. Лечить, лечить, лечить. А, здесь типа не отмечено, кто сфотографирован, кто нет. Езжайте сюда, лечите, а я потом перехвачу управление. Итак, наши ученые на месте и готовы наблюдать за динозаврами. Ваша задача – убедиться, что динозаврам комфортно, и они не пытаются сбежать. Единственное, что здесь нету нифига еды. Ты шутишь, что ли? Серьезно, здесь нету еды. Поставим им кормушку. Плюс, если не ошибаюсь, у них там абсолютно нету воды. Кто строил этот загон? Подожди, что это такое? Добавить в воду, то есть, видимо, воду сейчас по-другому отмечают. Давайте воду с вами поставим вот здесь, вот чтобы они здесь под присмотром кормушки пили и ели. Как-нибудь вот такое небольшое озерцо поставим. Естественно, можно добавить сюда немножко кустиков. Так, чтобы все это выглядело чуть более естественно. Слушай, они прям много всего добавили, ты посмотри. Это же шикарно. Раньше этого точно не было. То есть, раньше была просто вот такая вот трава, самая обычная. Теперь они добавили утес. Даже не знаю, что это такое. Прикольно. Добавили... Прикольно, такие вот кусты. Как классно сделали, молодцы какие, а. Ну-ка, сейчас еще раз по потребностям посмотрим. Повнимательно и показать потребности. Общительности не хватает, точно. Вот-вот-вот, совершенно точно. Я совершенно забыл, что ему не хватает общительности здесь. А, здесь все хорошо. Давай отменим тебя. Углемимо, все замечательно. И стигемолох. Общительность, блин, зараза. Они начнут нервничать? Они начнут нервничать, то есть нам с вами нужно обязательно добавить задачу усыпить одного из синоцератопсов. Добавляю в список. Приехали, приехали. Нужно сфоткать просто всех. Сфоткать спокойненько и забыть про это дело. Динозавры отправить. Вот здесь, кто это такие? Паразавры? Нет, это эти самые, как их, критозавры. Да, это критозавры, все правильно. Вот это вот паразавры. Окей. Отправить. 9. И где-то впереди еще 3 вида. Подожди, у них здесь что, кормушки, что ли, расставлены? Здесь реально кормушка для патозавра стоит, представляешь? Где-то впереди еще кто-то есть. Там? Не вижу. Да, там кто-то есть. Воу! Шикарно! Вы там как живы? Это было круто сейчас. Ну ладно, давай доедем сейчас до того. Там парочка динозавров.
Удерживать уровень комфорта динозавров, необходимого для выполнения задания, выше 80%. Сейчас сделаю. Сейчас уже сфоткаю, закончу с этим делом. Актив. Потом туда. Зона досягаемости. Угу. Есть. Пахицефалозавры трицератопсы. 46 тысяч, неплохо. Нужно спешить, потому что они сейчас начнут нервничать. И последний вот здесь вот. Через лес мы ездить не можем. Поэтому сторонкой. А кто здесь-то у нас? Но я так смотрю, что у них на острове сплошные травоядные. Нодозавры. А, анкилозавр. Ладно, хорошо, я отсюда ошибся. Спасибо, всё. Что внесли в каталог. С этим закончено. Всех динозавров. Пожалуйста, ну-ка, секундочку. Вертолет ОСА. Добавить задачу. Нам с тобой нужно еще, если не ошибаюсь, хотя бы один, а лучше два сигемолоха. Потому что тот сигемолох начинает нервничать. Они вообще быстро нервничать начинают. А, струтитамим. Секундочку. Вот, смотри. Раз стигемолох, два стигемолох. Да, давайте, быстренько усыпляйте их. Мы с вами должны сейчас вот здесь вот забрать синоцератопса, который здесь уснул, по идее как, да? Служба перевозок. Чё? Как нету? Он где-то в кустах спрятался? Вот он. А-а-а. Думал, спрячешься от меня? Все по-старому, в общем. Скидываем с вами сюда. Посмотрим, что происходит у него по настроению. В общем, общительность нужно поднять. Комфорт 41. Но это из-за общительности. Мало леса. В принципе, на болото ему все равно. Еда, вода есть. Можно немножко леса добавить. Просто, чтобы было. Так, давай это сделаем. Заросли. Актив поднялся в воздух. Хорошо, спасибо. Надеюсь, что теперь с лесом получше. Лес, болото, пастбище, комфорт 39%. Общительность сейчас прилетит, общительность, не переживай. И, естественно, стигемолох. Комфорт 23%. Они сейчас начнут нервничать. Надо было, конечно, сразу об этом подумать. Но, честно говоря, не ожидал я такого подвоха и просто давно уже не играл. Ты посмотри, какая красота. Мало здоровья у кого-то. Ты посмотри, какая красота. А? Это можно поставить где угодно. Блин, шикарно. Мне это прям очень нравится. А что еще есть? Камни. Я не могу здесь поставить. Можно вот здесь какие-нибудь камни поставить природные. Я так думаю, что как-то там еще и покрасить это же можно было. Но это где-то в другом, наверное, как раз. Нет, не в дорогах. Наверное, в ландшафте. Ландшафт. Покраска. Окрашивание. И что мне это даст? То есть могу вот здесь... А, точно, смотри. Я могу эту территорию сделать под каменистую такую, чтобы она была... Вот так вот выглядела. То есть нужно было на самом деле под камнем сначала покрасить, а потом что-то такое делать. Ну просто так, я сейчас экспериментирую, конечно же. Смотрю, что из этого получается. Так, началось. Началось колхозе утро. Давай, быстро его. Усыпляй. Комфорт 16%. Их должно быть не 3, их должно быть 4. Вот сейчас прилетел третий. Приземляется четвертый. И общительность выходит как раз на зеленую шкалу. Комфорт 5%, 6, 7. Все нормально. У этого, видимо, комфорт упал в тот момент, когда он... Там одинешенек лежал, скорее всего, потому что это не тот, который бесился. Давай, возрастай, камон. Он же у всех маленький? Нет, здесь 55%. Обычно тот, который просыпается, который до этого бушевал... Просыпается и еще раз начинает бушевать. Так что, скорее всего, это вот этот. Но все, 28%. Че там все орут? Вам что, стегозавры не нравятся? А, я слишком близко дорогу к стегозаврам провел. Ладно, ладно, уговорили. Да. Ладно, прощаю. Давай вот так вот. Убираемся это дело. Убираемся это дело. Все, 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 народ. Вы больше здесь не ходите. Не надо мне стегозавров пугать. Хватит, все. Хватит стегозавров пугать, брысь отсюда. Не надо к ним близко подходить. А вы тоже стегозавры. Команда рейнджеров. Управлять транспортом. Тихо. Стегозавры. Да пошел нафиг. Не тронь джип. Нате за это. Дайте, брысь отсюда.
А если им лишь бы в вышку забраться, да позырить на самом деле? Слежу за активностью. Отлично. Смотри, смотри, они в лес побежали. 6, я на это не могу смотреть без боли. Ты смотри, они реально побежали в лес. Где они там? Народ, выходи, дай вас фотку. Что там происходит? Такие типа, о, мы вообще ничего не боялись, мы работники парка. Не, ну серьезно, где эти? Сладкая парочка, блин. Они куда-то в лес дернули все. А, новое сообщение, у нас с вами задание выполнено. Задание завершено, восстановление. Получили 1 000 000. Доступно планирование работы команд рейнджеров, осы. Обожаю работу, где можно все держать под контролем. Ученые получили данные, необходимые для разработки экспериментального лечения. Может быть, даже лекарства. Да, отлично справились. Я всегда в вас верил, Клэр. Вовсе нет. В таком случае поправлюсь. Я преимущественно в вас верил. Так лучше? Так хотя бы честнее. Ну вот, теперь вы злитесь. Ну что, давайте посмотрим, что дальше. Итак, изолируйте стратитамим. Плохая новость. Мы не можем рисковать, переправляя динозавров в заповедник в таком состоянии. Хорошая новость. Скорее всего, у нас есть лекарство. Так, хорошо. Остров будет потерян, если погибнет слишком много динозавров или погибнут динозавры, нужные для выполнения задания. То есть, на самом деле, нельзя тупить. Прежде всего, вы должны изолировать нужного динозавра. Хорошо. Следует изучить симптомы, прежде чем вводить гипотетическое лекарство. Там народ вообще беснуется. Народ, валите нафиг. Вы мне мешаете, серьезно. Вообще такие миллиметражи, ужас какой-то. Все. Он засыпает. Перевозки. Закидываем его с вами сюда. Так, а здесь... Этих, пожалуйста, куда-нибудь подальше вот сюда скиньте, чтобы они ко мне не приходили больше, потому что совсем ошалели. Можно на самом деле это дело немножечко отградить, но они начинают беситься, потому что... Я даже не знаю, почему, честно говоря, они начинают беситься. Давайте с вами все отменим, включим карту. Здесь 2 буквально стегозавра, а остальные стегозавры здесь. Я не туда их везу. Нужно было их сюда закидывать, чтобы им было комфортно. Все, я тебя понял. А у вас чего, пищи нету? Смотри, кормушка там. А здесь кормушки нифига нету. Давайте поставим кормушечку, чтобы им было что кушать сюда вот. Слишком близко. Вот сюда. Хорошо. Только это высокая кормушка, блин, я не то поставил случайно. Но, в принципе, без разницы. Вот это, вот сюда, все. Пускай кушают. Тех с вами сейчас еще раз усыпим и перекинем, потому что им там будет некомфортно, там никого рядом нету. А здесь прилетает наш стигмолог. Но сейчас попытаемся его вылечить, точнее, попытаемся найти как раз лекарство от этой болезни. Ну-ка... Задание выполнено? Перевозка завершена. Ну, вроде все хорошо. Здоровье, комфорт. Да никуда он не денется. Единственное, ему не нравится, что общительность маленькая и популяция. Лес, с лесом все фигово. Я знаю, что убежище открыто. Я специально их открыл, потому что там на самом деле был просто беспредел какой-то. Динозавр изолирован. А теперь убедитесь, что он изолирован надежно. Не забывайте, что в этих животных вложены значительные средства. Так что поосторожнее со своими дротиками. Прежде всего, нас волнует здоровье динозавров, мистер Финч. Зараза. Это хорошо. Здоровый динозавр – прибыльный динозавр. Ты видишь, мне понадобится сейчас поставить еще одну площадку. Ну, вот как так можно, а? Вот как так можно? Давай поставим вот сюда. Вот сюда как-нибудь. На самом деле, вот сюда поставим, это будет на самом деле идеально. Раз. Два. И таким образом будет обзор. Берем стегозавра, кидаем его к сородичам. Выдвигаюсь на сбор актива. Давай, ссыпай. Есть, отлично, второго тоже усыпили. Тоже кидаем к стегозаврам. В принципе, здесь должно быть довольно-таки комфортно им. Что у нас такое? Синоцератопс, стегозавр, все хорошо. Вроде никаких проблем у них нету, общительности не хватает, но это сейчас как раз им привезут их сородичей, которые немножко отбились и стали мне тут буянить. И все будет хорошо. 40 секунд, он начинает злиться. Блин. Команда рейнджеров. Управитель транспорта, погнали.
Сейчас попытаемся его спугнуть от забора, главное его там удержать. Черт, я забыл, что в это может врезаться. Давай! Стоп. Да ну тебя нафиг, он сейчас сломает! Отлично, хорош! Актив доставлен. Зараза! Транспортировка актива завершена. Давай! Спугни, спугни его! Вот ведь черт, а? Ладно, придется усыплять. Давай, сейчас усыпим. Вы, пожалуйста, отремонтируйте. Все в порядке, там буквально его еще нужно 14 секунд продержать. Так как у нас с вами здесь все устаканилось, я сейчас хочу просто немножко расширить загон. Он получился таким маленьким, потому что здесь люди ходили и мешались. Ну, точнее, не то, чтобы ходили, они бегали от стегозавров и мешались мне. Секундочку, здесь слишком много деревьев, нужно убрать. Нужно вот так вот немножко убрать. Все, отлично. Есть вода, есть деревья. Есть гемолох. 13 секунд. Я не думаю, что он сейчас сразу побежит биться там об стенку, нет? Комфорт 73%, потому что он где-то там рядом со своими погулял. Успокоился. 3, 2, 1. Мы все обеспечили. Пора вводить лекарства. Команда рейнджеров получила прототип сыворотки и необходимые инструкции. Будем надеяться, что она подействует. И не говори. Ща полечим. Все хорошо. Попал. Что там с ним? О, нет. Мне жаль. Вы все сделали правильно, но лечение лишь усугубило симптомы болезни. Да черт. Так близки к цели. Только не вините себя. Никто не мог это предугадать. На, это ты виновата. Я тут при чем? Нужно провести больше исследований. А для этого нужно больше динозавров. Вместе мы сможем найти действующие лекарства. На этот раз получится. Должно получиться. Так, теперь задание посложнее. Помимо травоядных, ученые хотят изучить плотоядных ящеров. Они нашли несколько особей и сейчас перевозят их к нам. Убедитесь, что для них подготовлены подходящие помещения. Ты мне предлагаешь разместить их в разных местах? Кранотавр, Брионикс, Альбертозавр. Наверное, да. Она, скорее всего, предлагает все-таки разместить их в разных местах. Так что для них обязательно нужно сейчас строить загоны. Благо, деньги есть, потому что люди тут вроде нагуляли немножко мне денег. Немножко наприносили. То есть мы сейчас с вами сделаем такие неплохие загончики везде. Единственное, есть проблема то, что обзор. Так что нужно все строить здесь рядышком где-то. И еще один загон пускай будет действительно где-нибудь вот здесь вот. Соответственно, их сейчас сюда привозят, но предлагаю на этом сегодняшний выпуск завершить. Я сейчас на самом деле сохранюсь. Вот это достраиваем. И на этом завершим. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Следующий выпуск будет завтра с утра, я думаю. Ну, там или днем. В нем будем продолжать, попытаемся вылечить наших динозавров. Но на это пока что все. То, что я вижу, мне действительно нравится, потому что на какие-то действительно осмысленные, прикольные задания. Завтра посмотрим, что будет дальше. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.